8 человек погибли в результате наводнений в бразильском штате Рио-Гранди-ду-Сул. Больше 20 пропали без вести. Сильные дожди вызвали многочисленные оползни. Водой разрушены дороги и мосты. Всего от удара стихии пострадали больше 100 районов. Более 1500 жителей эвакуированы. Мощный шторм на самый южный штат Бразилии, граничащегося с Уругваем, обрушился в начале этой недели. Из-за сильных осадков больше 70 населенных пунктов остались без доступа к питьевой воде. В некоторых из них нет электричества. Мы просим жителей не покидать населенные пункты, потому что даже в тех местах, которые считаются безопасными, в любой момент уровень воды может подняться, дорога может обрушиться, и вы не сможете выбраться. Жители Кении готовятся к новым наводнениям. В регионах, ранее пострадавших от сильных паводков, в ближайшее время могут вновь пойти дожди. Об этом сообщил метеорологический департамент Кении. По данным Красного Креста, за прошлый месяц в стране жертвами непогоды стали больше 180 человек. Еще 90 числятся пропавшими без вести. Сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. В некоторых регионах вода еще не отступила, и там продолжают работать спасатели. Дожди, которые начались в марте, затронули и другие страны Восточной Африки. В соседней с Кении Танзании из-за наводнений и оползней погибли 155 человек.